Итак, друзья, всем привет! Всем доброго дня! Добро пожаловать на наш канал! И сегодня очередная ваша любимая рубрика «Тафель». Тафель мы получаем в городе Байройт, это земля Бавария, на 4 человек, 2 взрослых и 2 деток. Стоимость, весь этот набор продуктов, всего 2 евро. Сумма фиксированная, мы каждый раз эту сумму платим. 6 раз в неделю. Тафель мы получаем 2 раза в месяц, либо 1 раз в 2 недели. И очередь в этот раз у нас была 2-я. Но под предыдущим выпуском, когда Сергей сказал, что очередь 1-я, там через комментарии он что там, наверное, в 6 или 7 утра приходил, занимал очередь. Не, в 5 вообще. Да. Но по правде говоря, все по графику. У нас есть определенный график, где определенное количество людей разбросано по цветам. И, допустим, у нас цвет лила. Зачем ты сказал? Они теперь знают наш цвет. Вырезаю. И, допустим, когда у нас первая очередь нашего цвета, это не значит, что мы прям первые будем. Нет, мы приходим к назначенному времени, время записи, и мы можем быть как и первыми, так и десятыми и пятнадцатыми. То есть там до человек 20, да, думаю, даже если не больше в одном цвете. И вот сегодня у нас была 2-я очередь, запись была в 12:45, а Сергей из вот этой всей группы, которого нашего цвета, он был 6-м. Так что мы не стоим на месте. На месте. Ну все, ладно. Значит. Чус. Начинаем. Или продолжаем. Значит, дали нам 5 килограмм картошки фри. Угу. Вот, ее надо будет распасовать и в морозилку. По соседям раздать? Да, можно раздать. У нас здесь фрукты 4 бананчика. Спелые, гнилые, которые пишут только на даже 5 бананчиков. Потом апельсин, яблочки, еще яблочки, такие вот интересные груши. Маленькие. И, конечно же, много-много сейчас мандаринчиков в сезон, витаминчиков. Деткам в школу будем ложить. Так, еще яблочко, мандаринчики и один лимончик. Так. Идем дальше. Также при выходе там обычно стоит у нас такой стол, и там лежат, может быть, какая-то вещи, да, одежда или еще что-нибудь. И лежал вот такой вот ящичек с каштанами. Буквально набрала. Чуть-чуть. Сейчас. Просто это вот такие вот каштаны крупные. Их запекают. И как бы это очень вкусно. Ну, я вот чуть-чуть взяла. Здесь бы попробовать. Вкусно это или не вкусно? А вообще они в магазине стоят 99 центов за 100 грамм. Так, вот такой вот баклажанчик. Можно на рабу его. Так, это один кексик. Пироженка такая. Они ее сюда положили. Из овощей также вот такие вот помидорки. Паприка, светофорчик. Затем гурки, наверное, огурчик. Так, следующую буду. Здесь лук и картофель. Всегда в хозяйстве, как говорится, пригодится. Так. Следующая сумка. И опять же я скажу, да, вот когда ты в очереди первый, второй, ну, третий, четвертый, дают, конечно же, много продуктов, да. Но чем дальше очередь, когда ты уже там последний, предпоследний, конечно же, уже продуктов остается меньше, и мы получаем меньше. Так, значит, вот такая вот селедка, она уже вот очищенная в рассоле. Под шубу. Во, мы же хотели под шубу сделать. Прям как знали.
Дальше это такой Мы хотели, ты сделаешь. Да. Такой вот сыр. Как он, не брынза, как он? Патрос лайт. Для подростков. Такой вот сыр. Угу. Такие маленькие ты вот, сосисочки. Сюда? Нет, сюда? Вот так. Вот так? Ну, чуть-чуть. Окей, идем дальше. Вот это что-то интересное. Вот посмотрите, я не знаю, что это такое. Трюфель лебер паштете. Это печеночный какой-то паштет? Ну, вот это мне интересно, что такое вот желтое. Угу. Ну, попробуем. Как всегда надавали столько вот много ветчины. А затем здесь это у нас рукола для салата. Еще баклажанчики, но они такие мягкие, но думаю, ракушечку из них можно будет сделать. А печеньки такие соленые. Брод чипс с морской солью. Такие вот салатики прикольные. Угу. Еще вот такой вот салат. Богдан бургеры хотел. Надо ему сделать. Потом это вот такие вот макароны из нута. Очень полезные, особенно вот кто следит за фигурой и так далее. Мы не следим за фигурой. Только я. Потом это вот такой вот сыр. Он как этот, как чечел. Но мы такого не пробовали. Вот как раз таки попробуем. Ну, видели. Ну, мы видели, да. Я решала это подать. Потом это вот такие вот сосиски. Сколько тут? Ну, 4 как раз по одному. Греметь нужно. Так, это вот такие вот бродки. У нас их очень любят. Мы сами часто такие покупаем. Либо готовые, либо берешь их буквально там на 10 минут в духовку и как свежая выпечка. Так, это у нас мука. Тоже всегда очень нужная вещь в хозяйстве, особенно кто печет. Потом такой вот натуральный кутер йогурт. Два вот таких вот. Грейпфрут и клубничка. Затем у нас болонезе соус. Прошлое здоровье. Так, что-то тут яичек не хватает. Что-то очень мало. А, 4. Каждому по яйцу. Да. Так. Здесь это такие посыпки, вот, ребят, печешь. Допустим, на кексике. Я очень часто делаю. Вот. Нужная вещь. Вот. Так, еще нам дали это цукер, цузац, зеро. Ага, это варенье, которое с 0% сахара. Для диабетиков, возможно. Такой вот био какой-то батончик Шокоригель, извините. Такой вот протеиновый. И вот эти вот. Шоколадки. Да, от Nestle. И еще два вот таких вот каких-то. Пончика. Так, ну и... Пока. Рекламная пауза. Я готова. Все. Итак, большая радость для детей. Нам коробку дали. Дети любят в коробках играться. Нет, посмотрите, здесь 20 штук вот таких вот мороженых. Смотрите. Ой, объедаться будем. Целая вот коробка. Офигеть. Так, также у нас еще клубничка. Такая вот. Это из овощей? Или из фруктов? Виноградик. Это у нас виноград в шоколаде.
такие вот мини-мини шампиньончики. Вообще прелесть их засолить на закусочку. Обалденно будет. Под водку? Нет, мы не пьем водку. А, мы не пьем, оказывается. Да, мы под пиво только. Значит, вот такое вот молочко. Февраль 25-го года, все будет хорошо. Вот это пакет у нас. Угу. А, так, это у нас полотучий творог. Ух ты ж, какой-то, наверное, не немецкий. Творог тоже вещь нужная в хозяйстве. А, это, скорее всего, какой-то соус. Не знаю. Так, еще творог. Получается по 500 грамм здесь. Ну, из него очень вкусно делать кейзы кухон, чизкейк. Это тоже что-то какая-то... Это помазка, как смалец. Короче, на хлеб. Как будто там яйца. Я точно не знаю. Немецкий смалец. Попробуй. Вот такой вот. Сырок? Кварк. Ну, он такой воздушный. Творожок. Таких вот два маленьких. Еще один кексик. Вот это для детей. Так, и здесь еще у нас вот такие вот какие-то булочки, выпечка с корицей. Вот такой вот кухон. Так, еще вот такой вот. И здесь вот хлеб, давай покажем. Здесь вот лепешка мягкая, вкусная. Они, не знаю, как будто из турецкого магазина очень вкусные. И здесь вот там маленькие булочки, брецели. Вот. Такой вот, вот, так вот у нас тафель. Конечно же, ждем ваши негативные комментарии. Начинайте выливать всю грязь на нас. Мы будем... чиститься. Нужно купаться. Ладно, шутки шутками. Спасибо всем, кто посмотрел наше видео до конца. Не забываем ставить лайки и, конечно же, подписываться на наш канал. Чус. Всем пока, чус.